Здравствуйте, друзья! Сегодня я расскажу вам о лечебных свойствах медуницы. Медуница принимается главным образом при легочных заболеваниях. Она также стимулирует функции желез внутренней секреции, нормализует иммунитет, повышает защитные свойства организма. Трава содержит богатейший комплекс микроэлементов, усиливающих образование крови. Способ приготовления настоя. Столовая ложка травы на стакан кипятка. Свежесобранную траву лучше съедать в виде салатов, особенно при гипофункции щитовидной железы. Самым ценным считается сок медуницы. Его спиртуют один к одному с водкой, оберегая от закисания. Его используют при онкозаболеваниях, лейкозах, болезнях щитовидной железы, анемии, некоторых легочных и других воспалительных заболеваниях. Будьте здоровы!